Рынок подержанных машин в России преобразился, спрос за последние месяцы упал почти на четверть, при этом предложение выросло на 40%. Для дилеров это отличная возможность пополнить складские запасы, а у обычных автомобилистов поводов для радости куда меньше, ведь средняя цена выросла примерно на треть. Порядка 5 миллионов только перерегистрации прогнозируется в текущем году. А, как мы все понимаем, не все сделки происходят с перерегистрациями ГИБДД, то есть все профессиональные участники не перерегистрируют. Поэтому реальных сделок в этом рынке сильно больше. Примерно 60% продавцов – это частники, а оставшиеся 40% пополам делят перекупщики и дилерские центры. Примерно у половины представленных в продаже автомобилей пробег переваливает за 150 тысяч километров. Относительно свежих машин с пробегом до сотни тысяч на рынке примерно треть. Дилеры трансформировались в игроков рынка автомобилей с пробегом, переводили отделами людей, которые вчера продавали новые автомобили, сегодня в продавцов автомобилей с пробегом, либо в закупщиков, да, автомобилей с пробегом. В первую очередь мы сейчас наращиваем прием от наших постоянных клиентов, используем нашу клиентскую базу и делаем так, чтобы каждый автомобиль, который мы продавали ранее, оказался у нас вновь. Во многом поэтому средний возраст представленных в интернете автомобилей постоянно увеличивается. Единственный тренд есть, что автомобили свежие, которых раньше было достаточно много на рынке, это там 2-3-годовалые, вот они вымываются с рынка, и свежих автомобилей становится прям на глазах все меньше и меньше. Меняется не только количество, но и качество. Вторичный рынок – это срез общероссийского парка легковушек, который насчитывает более 40 миллионов автомобилей. Вторичный рынок – это отражение с определенным лагом тех тенденций, которые были на рынке новых автомобилей. Поэтому года через три мы однозначно увидим, что уже вторичка будет состоять из китайских автомобилей, корейцев будет там меньше, ну и еще меньше, естественно, будет европейских и японских автомобилей. По выкладкам сервиса «Авито» средняя цена подержанной машины – 934 тысячи рублей. Но величина эта крайне условная. Если брать в расчет исключительно объявления частных продавцов, эта величина составит 774 тысячи рублей. У профессиональных продавцов или перекупщиков чуть дороже – почти 850 тысяч. А вот у дилеров запросы кратно более высокие. Тут средняя цена машины – 1 миллион 600 тысяч.